человек-наемник. Он... Мордоплюй. Дурацкое название, да? Я хочу придумать получше, прежде чем альманах пойдет в печать. Поройся в заначках, мордоплюй. Я узнаю об их питании и подберу им название поморозительней. Куда-нибудь торопись? Тогда иди в точке М! Одним безбашенным меньше.
которые используют эти курганы для отбросов. Это предполагает разум на уровне приматов. Точно. Я назову их приматварями. Я сообщу своим издателям, а ты пока прикончи пару приматварей гранатами, ладно? Посмотрим, как у тебя получится с новым названием. Вырвал мне руку из сустава. Жуткие воспоминания. Во всяком случае, обкатай новое название. Побей пару снарядов дикохищников. Посмотрим, придется ли им это название к лицу. Твою дивизию, мне так надоело придумывать названия. А знаешь что? Костежоп. Точно, теперь мы называем их костежопами. Убей их биток, что ли? Мне уже все равно. Оставшимся на Пандоре.
Генерал Нокс убит, и учитывая, как низко копье ценит жизни своих солдат, можно не сомневаться, что за вами уже никто не прилетит. Так что если не хотите умереть с голоду, у вас два выхода. Первый — податься в бандиты, а вот второй — присоединиться ко мне и помочь защитить жителей Пандоры. Я могу предложить вам еду, кров и шанс бороться за что-то стоящее. Такого шанса корпорация Атлас вам никогда не давала. Роланд, конец связи.